Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. Крупные бренды у нас в кадре. Анатолий, расскажите, что вы делаете, какие цели вашего присутствия на выставке? Как ваш бренд здесь представлен? Мы приезжаем, на самом деле, каждый год на выставку. Мы смотрим, что у нас нового, инновационного. Мы компания, которая старается постоянно держать себя в тонусе, постоянно смотреть что-то новенькое. Вот сегодня пока не буду открывать какие, но с тремя очень интересными проектами мы уже познакомились. Вот, поэтому цель первая уже даже достигнута. Вы больше здесь с точки зрения себя показать или кого-то привлечь, посмотреть? На самом деле и то, и показать, что группа там NVIDIA Eldorado, у нас хороший большой стенд есть наверху за экологию, и посмотреть, что есть новенького на рынке на самом деле. Все новые технологии, да, их можно как бы именно вот на таких выставках выуживать, смотреть, подслушать где-то в каких-то кейсах. Ну, собственно, за этим мы и здесь. Кроме экспозоны, здесь еще деловая программа, вы спикер. Расскажите, что за тема у вас, почему она актуальна, почему она интересна аудитории, может быть? Мы сегодня с утра, прям это первая сессия, в 9 утра мы рассказывали о том, как мы трансформировались как компания Eldorado, что для нас это было. Вот, соответственно, ну, народ интересовался, да, что мы провели, что такое трансформация с точки зрения ритейла, цифровая трансформация. Вы представлены не только в офлайне, но еще в онлайне, как раз вот связано с интернет-магазинами. Какие-то тренды можете подметить на рынке в 2019 году вот, в связи с, может быть, офлайн или онлайн ритейлом? Ну вот как раз мы эту тему обсуждали на нашей сессии. С моей точки зрения, первый тренд – это все-таки в 2019 году, наверное, уйдет полностью понятие разные каналы, да, то есть когда есть онлайн, офлайн, мы все-таки придем к симлесу. Ну, это когда пользователь в принципе не различает сайт, офлайн, там, мобильное приложение. Для него есть NVIDIA Eldorado, да, с точки зрения места, где надо покупать электронику. И второе, это все-таки, как мы пришли с коллегами к единому мнению, это мы научимся наконец-то работать с бигдатой, о которой говорят очень давно и очень много, да. Но в этом году я думаю, что как раз будут большие хорошие кейсы по поводу применения этой бигдаты в реальной жизни, в реальном ритейле. Вот такие мнения звучат на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.